Так, ребята, захотел тут вот так вот снять видео, но из-за чего я захотел? То, что здесь вот в Мерсине, да, интересные деревья есть. Вот здесь у нас такая вот картинка есть. На деревьях растут лимоны везде. Вот по всему городу гуляешь, лимоны, ну мы будем гулять, это снимать, вы будете видеть. Никто даже их не трогает. Лимоны, апельсины тут, потом грейпфрукты есть. И, допустим, никто их не трогает, потому что все люди уже привыкли. Привыкли, как бы сказать, с детства все видят их, никто не срывает, кроме меня. Иногда я срываю так лимоны, ем, ну не лимоны, а апельсины. В общем, я камеру купил сегодня. Вечером сделаем маленький небольшой ролик, покажу, какая камера. Мне лично она понравилась, очень красивая, ну как сказать, и вид, и функции. Это я объясню вечером. Сейчас мы выезжаем на пикник, еще один такой небольшой. Говорят, там красивые места есть. Вечером сделаю зарисовку, как бы сказать, видеокамеры. Может быть, кому будет полезно. Про цену поговорим. Ну, в общем, пока.